Сегодня с самого раннего утра десятки тысяч верующих евреев, включая главных раввинов Израиля, глав наиболее крупных ешив в столице, а также политических и общественных деятелей, собираются с площади у Западной стены на утреннюю молитву, которая предшествует проходящей дважды в год полупраздничные дни Песаха и Суккота. Торжественная церемония благословения коэнов, которая, как ожидается, состоится примерно в 9:30. В рамках подготовки к этому событию Фонд наследия Западной стены издал рекомендацию для общественности оставить личные автомобили вне старого города.